В эфире «Вести Чукотка», в студии Кристина Мовчан. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях в округе. Губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов избран секретарем Чукотского регионального отделения партии «Единая Россия». Решение об этом было принято на 36-й региональной конференции. На новом посту Владислав Кузнецов сменит главу городского округа Анадырь Леонида Николаева. Губернатор Владислав Кузнецов стал главным единороссом Чукотки. Его кандидатура была поддержана однопартийцами в ходе тайного голосования за нового секретаря регионального отделения «Единой России». Выборы состоялись в ходе 36-й партийной конференции, на которой собрались 28 делегатов со всех районов округа. В бюллетене для голосования было всего две фамилии. Вторым кандидатом стал заместитель главы администрации городского округа Игвикенот Роман Каркишко. Но Владиславу Кузнецову была оказана единогласная поддержка. Он поблагодарил партийцев за доверие, заявив, что на новом посту намерен руководствоваться задачами, поставленными руководителем партии Дмитрием Медведевым, и большое внимание уделять реализации народной программы «Единой России». Это действительно программа, которая была сформирована, исходя из пожеланий людей. Она отразила как раз те предложения, которые люди вносили и вносят в народную программу. И вы знаете, что у нас в Чукотском автономном округе реализуется огромное количество объектов в рамках народной программы. Это объекты и благоустройства территорий, и строительство дорог, и строительство социальных объектов. На посту секретаря регионального отделения «Единой России» на Чукотке Владислав Кузнецов сменил Леонида Николаева, занимавшего эту должность с мая 2021 года. При этом мэр Анадыря останется членом Генерального совета партии и станет первым заместителем секретаря регионального отделения. Ну а нового руководителя поздравил депутат Государственной Думы, руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Александр Сидякин. Он прибыл в Анадырь, чтобы принять участие в знаковой для округа конференции. Прокомментировать единогласное избрание Владислава Гавича можно только одним способом. Значит, люди вам доверяют, и конференция вам доверяет. Это большой аванс. Он выдается, может быть, и неоднократно, но точно совершенно в первый раз, с расчетом на то, что все обязательства, которые взяты вами, как секретарем, будут выполнены. Александр Сидякин также вручил партбилеты новым членам партии и благодарственные письма от «Единой России». Добавим, что в ходе конференции также был избран делегат на 21-й съезд партии «Единая Россия», который пройдет в Москве 17 декабря. Чукотку представит депутат Госдумы Елена Евтюхова. Также в рамках визита на Чукотку руководитель ЦИК Александр Сидякин совместно с Владиславом Кузнецовым осмотрели объекты благоустройства в городской столице. По народной программе в этом году здесь завершен первый этап благоустройства территории 8-го квартала. Произведены работы по демонтажу старого бетонного покрытия. В следующем сезоне в порядок приведут территории 9 многоквартирных домов. Делегаты также проинспектировали новую дорогу через улицы Энергетиков и Рультетегина. А в селе Тавайван партийцы осмотрели новые арт-объекты. В эти дни там появились светящиеся качели и яркая фигура северного оленя. Уже после делегация посетила сельский дом культуры и встретились с молодежным танцевальным коллективом. Антон Кучин, Арсений Гусев, «Вести Чукотка».